С сегодняшнего дня началась комиссионная приемка дошкольных образовательных учреждений. Представители разных сфер давали оценку безопасности детских садов. В первую очередь проверили, насколько комфортно будет маленьким лабутнанцам посещать уютное улыбку и волшебницу. В составе комиссии представители пожарной охраны, медицины, МЧС, полиции, образования, общественного питания. Они дают комплексную оценку готовности учреждения к приему ребятишек в новом сезоне. Хотя фактически этот садик «Улыбка» не прекращал свою работу. Но из 200 воспитанников сейчас его посещают чуть меньше 50, остальные отдыхают. А подготовка к учебному сезону не потребовала больших финансовых затрат. Сделали небольшой косметический ремонт, где-то подкрасили потолки, где-то мы подклеили обои. А так в основном мы облагородили больше всего территорию. Мы провели акцию добрых дел. В одну из суббот июня у нас пришли родители совместно с сотрудниками детского сада. И, конечно, мы тогда сделали очень много работ. То есть и посадили деревья, бордюры покрасили, те же комплексы покрасили. То есть родители помогли, папы нам поменяли. Из одной группы привезли, вернее, новые шкафчики, переставили новые шкафчики в раздевалке. Почти во всех образовательных учреждениях подготовка велась силами коллективов. Особых ремонтных работ проводить не пришлось. Средства уделялись в основном на краску. Из бюджета города было выделено 1 500 000 на ремонт кровли в детском саду «Пингвин» в микрорайоне Обский. Выделены средства в размере 10 миллионов на первый этап проведения ремонтных работ в детском саду «Катюша». А «Катюша» у нас закрывается на капитальный ремонт, и мы этому безмерно рады, потому что на самом деле здание уже нуждается в проведении капитального ремонта. Уже проведены, подготовлены проектно-сметная документация, проводится экспертиза, и вот в ближайшем будущем мы там начнем работы. Ну, а так вот, в принципе, мне очень отрадно видеть то, что территории детских садов ухожены, потому что театр всегда начинается с вешалки, и очень приятно, что наши дети могут и в летний период, да, собственно говоря, и во все времена года осуществлять прогулки свои на благоустроенных территориях, уж не говоря о том, что в детских садах все группы, ну, на мой взгляд, находятся в идеальном состоянии, тем более, что было приобретено новое оборудование за счет субвенции и доукомплектованы группы необходимым инвентарем и учебными пособиями. Также в детском саду «Пингвин» появится новый детский игровой комплекс. На него из своего фонда 500 тысяч рублей выделил депутат Тюменской областной думы Николай Токарчук. Еще 200 тысяч добавил муниципалитет. Дошкольные образовательные учреждения будут принимать в течение всей этой недели, а затем настанет черед школ. Андрей Симоненко, Алексей Юрженко, программа «Время местное».